Здравствуйте, мои уважаемые зрители. Давайте посмотрим, что ждет рубль и доллар в ближайшее время. Да, это будет совет от карт, но в то же время это будет передача от высших через карты нам. Мы еще спросим совет, перспективы. Ну, а в основном, что сейчас происходит там с рублем, с долларом, и что будет ждать в ближайшее время. Если кто-то сейчас сомневается, в чем держать свои накопления, ну, мы сейчас посмотрим перспективы. Начнем мы с рубля. Что ждет рубль, курс рубля в ближайшее время? Давайте посмотрим, что сейчас происходит с валютой рубль. Потому что это четверка пентаклей, ну, довольно-таки стабильно. Девятка пентаклей. Ух ты, как интересно, да, и пятерка пентаклей. Ну, будет чуть-чуть его колбасить, извините за выражение, да, он будет то подниматься. То есть четверка это стабильность, девятка это рост, а пятерка это кризис. То есть вот сейчас он будет, курс у него будет плавать. То вверх, то вниз. То есть стабильности пока не ждите. Сейчас рубль растет, потом рубль упадет. Так, это сейчас. Что ждет в ближайшее время курс рубля? Криво как-то, да? Что ждет курс рубля? Да, ну нестабильность, да, луна. Что-то еще скрытое, враги. Старший аркан смерть. Пишут. А вы знаете, рубль-то ждет полное обнуление в плане того, что, скорее всего, такой валюты, как рубль, больше не будет существовать. Будет смена финансовой системы. И по смерти это не обязательно в России. Это может быть и во всем мире. Но будет период нестабильности. То есть шут – это что-то новое. Это новая валюта, может быть, это какие-то цифровые деньги. Или какие-то страны договорятся между собой, придут к общему знаменателю и изберут какую-то нейтральную валюту, которой до сих пор не было. Но в любом случае рубль ждет изменения. Да? Я бы сказала, даже рубля как такового в ближайшее время не будет. Так, совет для тех, у кого сбережения в рублях. Да, потери будут. Смотрите, кто держит свои сбережения в рублях, вы их или вообще потерять можете, или будут небольшие, да я бы сказала, даже не очень небольшие, а потери. Тут и пятерка пентаклей, и пятерка кубков. То есть, как таковой рубль не очень надежная валюта сейчас. И здесь у нас еще дьявол. То есть дьявол это что? Это не свобода. То есть мы ограничены в рамках своей страны рублем, да, из-за четверка. Ну вот из-за этой ситуации, что мы сейчас в полной изоляции. И десятка мечей. Да. Поэтому рубль идет к своему завершению. Вот что-то новое будет. Хорошо, давайте смотреть доллар. Да, у доллара, конечно, очень сильный еще эгрегор. Ну, давайте посмотрим, что ждет в ближайшее время. Курс, ну, вообще курс доллара, да, и сам получается сам доллар. Может быть, это касается и доллара, может быть, вообще будет смена мировой финансовой системы как таковой. Будет какая-то валюта, не доллар, не рубль, ну, вот что-то совсем другое, нейтральное. Так, что ждет тут доллар, курс доллара, во-первых, и сам доллар в ближайшее время. В ближайшее время это опять относительно. Что сейчас происходит с долларом? Ну, я говорю, еще эгрегор очень силен.
Маг, ну, какие-то манипуляции, долларовая десятка пентаклей. Эта карта говорит, что валюта очень сильна. Тройка жезлов – это карта коммуникации, торговли, заключения договоров не только внутри страны Америка, да, но и с другими странами. Очень много договоренностей, основанных на долларе. Да, есть манипуляции, может быть, этот доллар ничем не подтвержден, но факт есть факт. Хорошо. Что ждет доллар в ближайшее время? Доллар. Курс. Пока смотрим курс доллара, да. Так. Значит, прям показывают пентакливые карты нам, да. Семерка кубков. Так. Ну, по семерке кубков может быть какие-то иллюзии по поводу твердости доллара упадут. Но король пентаклей — это вот, как сказать, богатые люди. И тройка пентаклей — это опять же вкладывание в доллар. Это может быть какие-то договора, сделки, коммуникации, опять же, по тройке. Да, здесь тройка, здесь тройка. Очень много в мире завязано на долларе. Вот семерка кубков, может быть, конечно, и обман. То есть из-за того, что Россия сейчас внесла раздрай в мир, может быть, у них какие-то планы провалятся. Какие-то договоренности они не смогут выполнять. Ну, как вариант, семерка, да? Это даже может быть из-за того, что не по их вине. Так, но в любом случае, да, сильно еще влияние. Ну, на долларе что у нас завязано? Банковская система, торговля, богатые люди поддерживают этот эгрегор. Строительство. Как бы карта говорит, что вот в ближайшее время доллар будет стабилен и внушать доверие. То есть в любом случае в него будут вкладываться и поддерживать вот эту стабильность. Но семерка говорит о том, что все равно это как бы вот дутый пузырь. А доллар этот ничем не подкреплен. Просто он очень стабилен и ему доверяют. Ну, совет для тех, кто держит свои накопления в долларах. Это карта движения вперед, это карта развития, коммуникации, заключения договоров, сделок. То есть по ней всегда идут какие-то денежные переводы, приток финансов. То есть если сейчас вы вложитесь в доллар, вас ждет продвижение и обогащение. Но здесь нужно будет подсуетиться вовремя. Может быть, вот сейчас курс доллара упадет, выгодно будет его покупать, а потом ваши сбережения вырастут. Поэтому вот с рублем, да, какая-то полная смена финансовой структуры именно относительно рубля. Доллар пока еще могуществен. Ну, мы смотрим ближайшее время. Ну, я так загадывала как бы до конца года. Ну, после там посмотрим. Да, вот такой у нас с вами получился прогноз. Не знаю, что еще спросить по поводу финансов. Может быть, спросить по поводу этой новой валюты, которая появится в России. Это может быть какое-то объединение нескольких стран и создание для более выгодного сотрудничества, продавать там товары, покупать, чтобы не конвертировать. И тем более, что рубль будет постоянно прыгать, то падать, то подниматься. Из-за этого, конечно, людям не очень понравится, что курс постоянно меняется. Давайте посмотрим по поводу этой новой валюты. Может быть, нам что-то покажут, что это вообще может быть. Так, туз мечей. Старший аркан справедливость. И четверка. Ну вот я говорю, из-за того, что изоляция, вот примут, то ли какое-то соглашение будет составлено. Но это юридическое соглашение и туз мечей. То
То есть эта карта может говорить, что вот этот вопрос по поводу финансовых обязательств или финансовой системы в торговле или в общении с другими странами в период вот этой полной изоляции и санкций, то есть вот станет этот вопрос очень остро, то есть или их будет не хватать, или нужно будет вот что-то делать, чтобы этот вопрос решить. Ну и старший аркан «Справедливость». Для того, чтобы восстановить в процессе изоляции вот этот финансовый баланс, стабильность, они примут какое-то сотрудничество или соглашение. Вот на дне ложится десятка пентаклей. Это новая валюта для того, чтобы мы могли торговать с другими странами. То есть, ну, будет новая валюта, да. Ну вот, как бы карты показали это. И что ждет эту новую валюту? Давайте посмотрим, какие у нее перспективы. Перспективы хорошие. Ну, опять же, четверка. Это приведет к стабильности в общении между другими странами, которые будут участвовать в этом соглашении. Это может быть, не знаю, там, Индия, Китай, наши республики, бывшие Советского Союза, там, например, Африка, Южная Америка, вот с кем у нас нет санкций и блокировки. А, да, это как раз валюта только-только будет зарождаться, Паш, да, и перспективы хорошие, но развиваться все будет очень-очень медленно. Но в любом случае уже это приведет к стабильности. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.